Отлично. Покупаем «Ладу Калину» и берем золотую бэху в подарок. Пускай Юля снимает. Юля, дай камеру. Блядь, сзади. Отдай пакет «Макдональдса» и получи «Ладу Калину» в подарок. На троллейбусной остановке. Троллейбуса нет в течение 5 километров. Жесткач, не спорю. Спасибо, дружище. Спасибо тебе от души. Дай Бог тебе здоровья. Ты что, возишь пони, глянь? Ты что, возишь пони? Пони экспресс, доставка пони. А есть карликовый пони-трансвестит, который сам барабанит и свистит? Наверное. Сейчас тут его не видит. Блин, ну хорошо. Ну удачи тебе, дружище. Здоровья, жены хорошие, детей побольше, домик в Польше, 2 красных Порше. Привет, привет. Где наклейка? Пожалуйста, вступите дорогу. Спасибо. Бля, как круто, как культурно. Приветствую. Приветствую вас, как настроение ваше? Нормально. Московских пробок нет улыбки? Я в ней застрял и навсегда. И я похожа на улитку. Но это честная ерунда. Здоровья вам, всего хорошего. Приветствую. Ух, приветствую, дорогой мой. Опасный. Установите, пожалуйста, дорогу. Спасибо большое. Иди, снимай. Я снимаю. Добрый день. Добрый день. Как настроение? Ездим специально, людям поднимаем настроение, веселимся, разговариваем, потому что в пробках невозможно смотреть на усталые лица. Конечно, добрый день, конечно. Субару, здравствуйте. Как настроение? Окей, мы. Отлично, все хорошо, погода отличная, но скоро будет ураган, нам конец. Дотянуть бы до 2012 года. Пасеки, приветствую вас. Привет. Раздвигай вот это и вот. А? От души, братан. Трудились на это. Катали на персточке, чтобы накататься себе хоть на что-то. Начали с золотого телефона. Жар, ты выключай, чтобы новый фарм. Да.